Поздравляем с праздником! Семейного благополучия и счастья! Ура! Праздничную эстафету принимает отдел по Красноярскому муниципальному району Межрайонного территориального управления номер 7 Министерства социального развития Пермского края. Половина коллектива отдела «Молодежь» за добросовестный труд исполнения системы предоставления гарантий социальной защиты населения. Многие специалисты награждены почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Красноярского муниципального района. С праздником вас! Ура! Праздничной колонне! Кто? В первомайском шествии большой и дружный коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края Красноярская центральная районная больница. В центральной районной больнице трудятся более 350 медицинских работников. В состав учреждения входят центральная районная больница, Верхъязвинская врачебная амбулатория и 14 фельдшерско-акушерских пунктов. Сегодня лечебное учреждение отвечает всем современным требованиям. Получена бессрочная лицензия на осуществление медицинской деятельности. Сотрудники активно участвуют в диспансеризации взрослого населения. Эффективно работает мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Осуществляется выездная работа врачей-специалистов в сельские населенные пункты. Активно работает передвижной флюорограф. Создан сайт больницы, внедрена электронная регистратура. Больница обеспечена высококвалифицированными трудовыми кадрами, преимущественно вышедшими из района. Больница пополнилась молодыми специалистами. Успешно работает врач-хирург Булатов Илья Асанович, врач-терапевт Вычина Елена Григорьевна и врач-невролог Сычева Дарья Андреевна. С праздником! Ура! В 2018 году Центральная районная больница отметит свой 85-летний юбилей! Ура! Пожелаем всем медицинским работникам района сохранять оптимизм, чувство профессионального долга и гордости за профессию. Искренне желаем... Деятельность автономного учреждения является предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе инвалидам, страдающим психическими и хроническими заболеваниями. Филиал располагает опытным, грамотным, эффективно работающим персоналом, предоставляющим весь спектр социальных услуг. На протяжении 3 лет коллектив активно принимает участие в краевом конкурсе «Лучшее стационарное учреждение социального обслуживания» и является призером конкурса. В интернате активно проводятся мероприятия физкультурно-оздоровительного направления и спорта, направленные на профилактику малоподвижного образа жизни, адаптацию и интеграцию в общество. Активно ведется работа по внедрению инновационных авторских программ.